Смотри, вон змейка какая большая. Какие они видели змей? Какая красивая. Угу. Вань, ты видел змея? Посолнышко. А то уже такой малый. Мама, ну тигр у нас стоит. Вы его против шерсти гладить. Все. Пошли уже, посмотрела на мир. Нет, посмотри ты. Так у нас тоже видеонаблюдение. Ну, треба по цьому, ну шо вы не... Там стекло. Вони чуєш, як це як дикі якісь. Це дівча нельзя. Це ж музей. Вона, ти... Це не музей, це дом. Галина, це... Ух ты, печка там. Ух ты. Это точная копия его дома, я так понимаю. О, телефон, класс, тогда такие телефоны были. Да. Чем мы там поглянем? Так, так. А? Что там? Что закрыто? А, я знаю, это чтобы мы посочки там не поели. Большой такой дом. А? Вот такой вот дом был у Котля Равского, и вот его двор. Вот он, кстати, он старый колодец. Лёша, ему на подмогу, на толкание. Так, вот такие были раньше колодцы. Ой, такое ощущение, что она на меня сейчас упадет. Ну ладно. А там монетки. Я думала, что их бросают на удачу, ну, значит, и сейчас и я брошу. Потому что сейчас мы найдем монетку. Так. Сейчас загадаю желание. Она такая засвеченная. Все, надеюсь, оно... исполнится. Вот такой вот домик. Это какая-то, не знаю, верандочка, наверное. Сейчас посмотрим. Здесь дрова. О. Так. Нет, это, наверное, не знаю, тоже какой-то сарайчик. Здесь мы с вами только что были. Вот там. Вот такой вот дворик. Аттракцион. Сейчас мы находимся на чертовом колесе. Вот. Не, хотя оно не такое уже высокое, мне немного страшно, потому что не на холодно, меня трусит в этом. Вот. И кверху еще так довольно высоко. Все равно немного страшно, да. И вид-то не очень красивый, не такой, как на море. Ну, ничего. Такой обычный вид на город. И на парк аттракционов. Нет, наверху намного красивее. Там церкви видно. Ну, вообще здесь красивее, чем внизу, конечно. Но очень холодно. Мы не стоим, мы едем. Вот так.
такой влог, это была такая мини-экскурсия по Волтаве. У меня, к сожалению, не сел фотоаппарат, и поэтому я не смогла много чего снимать. Надеюсь, что в следующий раз я буду умнее и буду заряжать фотоаппарат. Поэтому вот, надеюсь, вам понравилось. Всем пока, с вами была Юлия Довольская.